Всем большой привет, друзья! Я вас очень рада видеть на своем канале. Сегодня вместе с вами пойдем в магазин низких цен, магазин Светофор. И, как я и обещала, сегодня будет ролик у нас о посуде. Посмотрим всю посуду магазина, актуальный ассортимент, новинки и, конечно же, цены. Это город Курск, улица Республиканская. Ну, а вам всем я желаю приятного просмотра. Начинаем прямо с самого начала. У нас здесь есть вот на этом ряду небольшой такой кусочек, а основная посуда у нас на следующем ряду. Мы до нее тоже обязательно доберемся. Ну и давайте смотреть, рассматривать. Вот такая серия с розочками у нас есть в продаже. Она у нас прям задержалась. Я имею в виду, всегда есть сейчас пока в продаже. Но, видимо, просто подвозят. Салатник стоит 84 рубля. Это керамика и производитель Китай. Так, и еще у нас здесь есть тарелки. Вот они, эти тарелочки. Также из этой серии с красивыми милыми розочками. Кстати, знаете, я смотрела посуду на Валберес и видела точно такие тарелки. Вот прямо один в один. Здесь, видите, одна розочка поярче, другая побледней. Такой какой-то типа под винтажный стиль. И там такая тарелка стоит 350 рублей. Вот одна вот такая тарелка. Я была очень удивлена, поэтому, если необходимо, то вы присматривайтесь. Здесь вот у нас, так, сейчас мы ценнику поможем, и как раз я вам покажу, сколько стоит. Тарелка глубокая, она считается, 73 рубля. Так, далее у нас есть вот эта серия, но она прям у нас очень давно продается. Мне нравится она вот в таком синем цвете, очень красивый голубой цвет. Это все Китай-производитель и материал керамика. Такая тарелка стоит 75 рублей. Ну, смотрится просто превосходно. Ну, кто не любит что-то яркое, вот можно побледнее купить такого плана. А вот тут еще есть из этой серии как бы глубокие тарелки. Вот она красная, вот она синяя. Пожалуйста, присматривайтесь. По характеристикам все то же самое. Я имею в виду производитель, да и ценник, смотрите, почти такой же. Так, идем с вами далее. Очень люблю вот такие вот я формы, ну, точнее, салатники, да. Мне прям нравится. У меня такой просто есть, тоже в Светофоре покупала. Здесь сейчас он стоит всего лишь 99 рублей. Смотрите, красная цена. На 2 литра вообще очень долго служит. Ну, шикарный. Что-то замесить, знаете, там тесто я люблю в нем замешивать. Ну, в общем, нравится мне одним словом. И смотрите, сейчас еще акция на набор посуды торговой марки Luminarc. 18 предметов в этом, скажем так, наборе. 1265 рублей сейчас стоит он. И цвет, смотрите, какой красивый. Он как бы темный, но не черный. Наверное, все-таки с сиреневым таким отливом. Красота. Глубокие тарелки получаются. А если обеденные, то видите, они немножечко как посветлее. Но здесь и на упаковке, видите, нарисовано. То есть светлый с темным сочетается. Интересно, давайте поставим вот так. Ну, красиво. Очень красиво. Графит цвет. Так, что у нас здесь входит в этот комплект? Тарелка 19 сантиметров глубокая, тарелка 19 сантиметров, ну, получается, обычная, и подстановочная обеденная 24 сантиметра в диаметре. Каждого предмета по 6 штук. Каждой тарелки, я имею в виду, по 6 штук. Далее у нас есть тарелки десертные по 59 рублей. Это вот такая вот красота. Ну, по-моему, смотрится классно. Стекло. Мне прямо сейчас нравится, как выглядит стекло на столе. Такое, как полупрозрачное. Так, Паша Бахче, производитель, я вам не сказала. Глубокие тарелки есть. Вот жалко, что они как-то вот привозят десертные с вот такими листиками зелеными, да? Если смотреть глубокую, то другие, как бы, ну, это чисто мое мнение. Я просто не люблю, когда посуда разная на кухне, на столе по 81 рублю. А там, конечно, у всех вкусы разные. Я абсолютно не претендую ни на чей вкус. А в своем обзоре всегда говорю о своем вкусе. Так, идем с вами. Сейчас обойдем и продолжим рассматривать посуду. Есть что вам показать. Прямо много всего сейчас в продаже у нас. Ну и давайте продолжим. Опять же, с самого начала
Это у нас шейкер с пружиной и держателем, 168 рублей. Отзывы на него очень хорошие, пружины в комплекте внутри, поэтому смотрите. И еще и крышку можно выбрать сейчас цвет. Набор емкостей пищевых для хранения и заморозки 123 рубля. Здесь у нас 4 контейнера, они у нас с крышками. Видим с вами, да? Так, далее симпатичные стаканы, которые мы с вами всего лишь видели один раз на агрегатной, но здесь они тоже есть. Вот такая вот классика, по-моему, она актуальна во все времена. В общем, смотрится хорошо, лаконично, стильно. 6 штук их в наборе. Давайте смотреть, сколько такой стоит. 121 рубль. Вообще написано, что это набор. А, это стаканов. Извините, не тот ценник вам сказала. 269 рублей. Набор стаканов 6 штук. А это цена у нас на набор пивных бокалов. Просто я их сейчас здесь не вижу в продаже. Немножечко запуталась и вас смутила. Так, смотрим с вами дальше. Наборчики для деток. Кружка-раскраска 240 рублей. Керамическая в наборе с красками и кисточкой. Но это просто прелесть. Есть один наборчик открытый, поэтому я воспользуюсь случаем и вам его покажу. Вот такая вот красота. Ребенок может сам раскрасить, и будет это его кружечка. И вот такие вот небольшие инструменты сразу в наборе. Все это в такой подарочной упаковке, поэтому смело вы можете в подарок взять. Недорого, и я думаю, что главное внимание, особенно если деткам, я думаю, что понравится такое очень. Инструкция здесь у нас есть, поэтому смело можете смотреть. И еще видите разные здесь варианты героев. Далее в продаже вот такая кружка, она белая, стоит 77 рублей. Это опаловое стекло. Кстати, не бойтесь брать, если что, опаловое стекло. У меня очень много посуды дома, именно белой. Из опалового стекла служит уже очень долго. Можно мыть в посудомоечной машине и разогревать в микроволновой печи. Здесь эта отметка есть. Кружка очень комфортная, в руке ее держать приятно. И производитель Китай. Ой, именно этой кружки. Покупатели идут, а я здесь на проходе стою. Поэтому приходится немножечко иногда куда-то в сторону двигаться. Так, смотрим с вами дальше. Форма для запекания, жаропрочная и сбора силикатного стекла. Форма тоже достаточно тяжелая, объемная такая. Видно сразу, что стекло действительно плотное, толстое. 450 рублей на 3,6 литра. Из боросиликатного для запекания, конечно, подходит. Ну, это вот я дублирую информацию на ценнике. И к этим кружкам еще у нас есть сейчас в продаже десертные тарелки, которая стоит 65 рублей. И салатник по 102 рубля. Также производитель Китай. Ну, салатник или обеденная тарелка. У меня, кстати, из опалового стекла именно вот такие тарелки есть. Без рисунка, белые. Отлично использую, как обеденную, знаете. И вот они поменьше, которые десертные. Так, смотрим с вами дальше. Здесь у нас салатники по 232 рубля. Китай производитель, керамические. Очень красивые. Смотрится в нем на столе все просто шикарно. Можно выбрать цветные, можно выбрать что-то такое побелей, если можно так выразиться. Видите, есть еще окантовка вот такая вот красная. Даже не красный, какой-то кирпичный цвет такой. У вас он, правда, поярче передается. Так, смотрим с вами дальше. Здесь есть казаны в продаже. Казан алюминиевый на 8 литров стоит 1076 рублей. Производитель Россия. Конечно, они продаются с крышками, но куда же без нее? Достаточно тяжелый сам казан. Также есть, вижу, ну, по крайней мере, цену вижу. А где эта кастрюлька? Кастрюлька с крышкой на 9 литров 828 рублей. Так. Так, это казаны у нас. Кастрюльку что-то не вижу. В продаже сейчас есть чайники. Электрические чайники. Давайте посмотрим. 463 рубля. Вот такой вот. Производитель Узбекистан. Объем 2,2 литра. Мощность 1500 ватт. Блокировка крышки. Закрытая спираль. Ну, ничего сверхъестественного. Как обычный такой чайник смотрится. Зеркальный, симпатичный. И еще один. Вот он стоит здесь. Но на него я цену не помню. Его привезли к нам совсем недавно. Просто здесь нет цены. Какой-то из них стоит подешевле. Рублей на 100.
вот какой-то, наверное, 500 рублей вот этот стоит чуть-чуть с лишним. В принципе, вот то же самое, только поменьше он, видите, литражом. 1800 миллилитров и на 1500 ватт. Но выглядят они примерно одинаково. Стильные такие, неплохие. Мне уже писали девчонки отзывы. Спасибо вам большое, что пишете отзывы, что поддерживаете ролик лайками. Для меня это очень ценно. Стараюсь для вас каждый день. Спасибо еще раз, друзья. Далее. Сковорода блинная. 608 рублей. Производитель Россия. Это речь у нас идет вот об этой сковородочке. Не раз вам говорила, что она просто шикарная, и буду говорить это всегда в каждом своем обзоре. Поэтому, если ищете себе блинную сковородочку, присматривайтесь однозначно. И еще стоит эта блинная сковорода. Кстати, смотрите, как хорошо они смотрятся, сочетаются, да? Как набором берем с вами. Литая обычная сковорода, 26 сантиметров в диаметре, борта высокие. Такая стоит тоже бюджетно здесь, 695 рублей. Тоже рекомендую вот эту, жалко, она без крышки продается. Ну, вот эти вот сковородочки, они прямо такие. Точнее, это китайский сотейник. Ну, покрытие, знаете, недолго, я думаю, такая прослужит. Легенькая сама по себе. Ну и стоит очень бюджетно. 232 рубля. Производитель Китай. Она 24 сантиметра в диаметре. Так, далее у нас набор емкостей. Контейнеры, получается, с крышками. 134 рубля. По 200 рублей сейчас набор салатников. В этом наборе, если я не ошибаюсь, их 3 штуки. Каждый объемом на 1,8 литр. Это пластик. И производитель Россия. Всегда они у нас были, именно эта серия, только в черном цвете. Еще один набор пищевых контейнеров. Вот в таком вот большом боксе. Кстати, удобно, да? Убрал, что не нужно, закрыл, поставил. Ничего не будет валяться. 340 рублей. Разные они по своему объему. Комплект аксессуаров для кухни. В каждом комплекте их 2. Можно выбрать, что вам необходимо. Здесь и шумовки, и половники. И лопатки я видела. 76 рублей. Сервировочные. Вот такие вот наборы. За 56 рублей. Это набор из 3 штук. Набор корзин. Разные они тоже по своему объему, видите, да, по размеру. Набор из нержавеющей стали, набор для специй. Смотрится очень стильно. Ну, здесь понятное дело, не все вытащили просто. Ну, а так держится очень хорошо. Есть окошко просматривать это все. Так, сколько стоит такой наборчик? Не увидела сейчас цену, к сожалению. 322 рубля вот такой вот набор из 3 корзин. Ромбики эта серия называется. Тоже они разные по своему объему. Здесь я вижу только в желтом цвете с крышками. Набор разделочных досок. В наборе их 2. Одна меньше, другая больше. 106 рублей всего лишь стоит. Материал это фанера. Если будете такой материал покупать, ну вот этот набор, то обязательно можно его, например, маслом, да, протереть, как говорится. И будет она подольше служить. Еще один вариант. Это набор у нас таких контейнеров по 275 рублей. В наборе их 3. Пластиковые. Крышки все одинаковые. То есть самый большой, поменьше и еще есть меньше. Цвет у нас есть оливковый. Ну вот такой вот зеленый. И бежевый. Еще вот такой вот аксессуар, можно сказать, в помощь для кухни. Здесь есть в продаже комплект сушилки для посуды, плюс подставка для столовых приборов. 257 рублей, производитель Россия. Материал это пластик. Приятный цвет. По качеству материала тоже претензий нет. Очень приятный такой, знаете, который, я думаю, что он не лопнет при первом использовании, потому что он такой эластичный. Все, мои друзья, на сегодня я буду свой обзор заканчивать. Показала все, что у нас есть для кухни и из посуды. Поэтому буду благодарна каждому вашему лайку и комментарию. И до новых встреч. Всем пока!